ты чемоданы собрал уже? Какие нахуй чемоданы, блядь? Я заебался на такого порыть, на нахуй спина, блядь. Я такое чувство, что у меня спина, блядь, титановая будет, там, когда я приеду, блядь. Толбался тут какой-то, хуя. Хорошо, что ты и так мощный. Тебе. Да, блядь, да кого? Я уже нихуя не мощный, нахуй. Все, блядь, силы меня покинули, нахуй. Командование еще конченое, блядь. Немножко уже осталось. Да хуй, это как немножко? Тут уже разговор идет о том, что, блядь, люди, которые, блядь, призвались позже нас вести. У нас контракт заканчивается, блядь, 2 декабря, у кого-то 6, а у кого-то самый последний 30 декабря, блядь. И поговариваем так, что, блядь, чтобы всех отсюда вывести, нам придется их ждать. Устройте бунт. Да какой нахуй бунт, блядь, толку, кто нас нахуй вывезет, блядь, долбоебы, блядь. Че конченые, сука, люди ебаные, блядь. Уже нахуй заебали тут, нахуй. У нас командир, это вообще пизда, нахуй. Один вид, идиот, слона. Поехали стрелять, блядь, и там, сука, блядь. Танка нас ебашит, нахуй, ебашит, блядь, чуть не прямой наводка. Мы ему говорим, куда мы, сука, идем, блядь, он же сейчас приходит, а. Похуй, идем стрелять, блядь, мне похуй, мне, говорит, типа, я жить здесь все равно особо не хочу, блядь, заебись, блядь.